Помнишь, да, задание, Саш? Найти Дерида и сложить Дерида. Не сложить, а управление Дерида. Не надо ничего складывать. После отцепа мы пристегиваем к Деридам клеванты магнитом. Беремся за Дериды. Готовится учебное соло. И начинаем ими управлять. Только ход не такой, как на клевантах. Меньше. Да, меньше. Не сорви по купол. 5-10 да. Значит, полетали, выполнили маневры, зашли на глиссаду. И за метр от земли их надо будет сорвать. А клеванты я вообще не трогаю. Не трогать. Хорошо. Сорвать так, чтобы купол сорвался. Просто сорвать его. Только не выше, иначе на спину упадешь. Готов? Да. Все, поехали. Готов. Саша Михалкин, учебный полет. Пошел. Понял, начинаю. Бежать, купол норма. И работаем по курсу.